Армысыздар, қадірменді көрермендер, эфирде Акимат Лайф бағдарламасы және оның жүргізушісі әріптесім Дина Жанабекова. И сай, мендеке. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях аким Наурызбайского района города Тогай Санжар. Добро пожаловать в студию. Студиямызға қош келдіңіз дейміз. Жалпы енді Наурызбай ауданы түрленіп, көркейген жаңа Алматының бір бөлігі. Енді қаланың кенже ауданы болғанмен, мұнда халықтың жаңағы әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында жасалып жатқан дүниелер көңіл қуантады. Санжар Әділұлы, хабарымызды осы Наурызбай ауданында атқарылған игі істерден бастайық. Ол үшін алдымен экранға назар аударып, біздің бейнематериалға, бейнематериалды тамашалайық. Жақсы. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында ауданда құрылыс жобалары іске асып, көшелермен инженерлік желілер жаңарған. Бұл кезекте Абай даңғылының ұзаруын халық көптен бері күткен еді. Қаланың екі шетін жалғайтын Абай даңғылының құрылысын салу үшін Наурызбай ауданының аумағына енетін жер учаскелерін сатып алу міндеті тұрды. Абай көшесін созу үшін мұнда қазіргі таңда 143 жер учаскісі сатып алынды. Ал 22 жер учаскісі сатып алуға дайын. Оның жартысы сотта қаралып алынса, қалғаны меншік иелерінің қалауымен келісіп алынды. Ал 10 жер учаскісіне қатысты қазіргі таңда сот процесі жүріп жатыр. Биылғы жылы Абай даңғылын қаланың батысына дейін созу үшін республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлініп, ол 100% игерілді. Ал қараша айында 16 учаскеге 1 миллиард 400 миллион теңге қаражат бөлу жоспарланған. Жақсы, Санжар Әділұлы, жалпы енді осы Абай көшесін созу жұмыстарына менің өзімде барып қатысып, оның құрылысымен жеке таныстым. Жалпы қазір бұл жұмыстар қалай жүзеге асып жатыр? Енді бұл Абай даңғылы ең алдымен айта кететін жайт. Бұл біздің жаңадан ашылған Наурызбай ауданын қаланың орталығымен қосатын ең маңызды артерия болып табылады. Өйткен бұл магистралды даңғыл. Бұл биыл біз бұның құрылысын бітіруге жоспарлаған болғамыз. Алайда мына пандемияға байланысты құрылыс жұмыстары келесі жылға дейін қала әкімі тапсырмасы бойынша ұзартылды. Өзіңіз жаңа мәлімдеме бергендей, 143 үйдің сүру жұмыстарын алға қойған болатынбыз. Өйткені біздің орталық пен Наурызбай ауданын қосу үшін жаңағы жекеменшік үйлер көптеген шоғырланған сол жерде. Бүгін таңда соның 22-сін сатып алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бюджеттен қаражат бөлінді. 21-ші жылдың басында осы үйлерді сатып алып, жаңа сүру жұмыстарын аяқтағаннан кейін Абай даңғылын ары қарай Наурызбай ауданын созу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Әрине, биылғы таңда да бұл жұмыстар тоқталған жоқ. Ашымова көшесінің бойында осы уақытқа дейін көпірдің салу жұмысын аяқтаған болатынбыз. Енді 1-2 километр шақырым жол бар. Сол осы 1-2 километр шақырым жолды келесі жылдың 3-ші кварталына дейін аяқтау туралы тапсырма берілген, қаражаттар бөлінген. Осы келесі жылы осы артерияны қаламен қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Ал Қонаев көшесінің құрылысы? Қонаев көшесі де үлкен магистралдық республикалық жол. Ол мына облыспен қосады Алматы қаласын. Жандосов көшесінің жаңағы жалғасы болып табылады. Бүгін таңда өте кішігірім көше болып тұр. 38 үйді жаңа бизнес тағы да субъектілермен үйлерді қосқанда 38 нысанды сүру жұмыстары көзделген болатын. Бүгін таңда 23 нысан сүрілді. Және тағы да 13 нысан бойынша, үйлер бойынша ақша қаражаты бөлінді бюджеттен. Бірақ жол салу жұмыстары тоқтап жатқан жоқ. Сол үйлерді көбірек соттасып, жаңа уақыт созылған жекеменшік иелері бойынша қазіргі жұмыстар аяқталды. Бұл да 1-ші кварталға дейін сатып алынып, бұл үйлер Жандосова көшесін Қарасай ауданына дейін созылатын жерде мына біздің Ашымова көшесінің жоғары жағы соған қосамыз деп жобалап отырмыз. Бұл да 1-6 шақырым жерді құрайтын ұзындығы бар. Үлкен көше болады, иә? Санжар Әділұлы, все мы знаем, что сегодня во всех присоединенных районах Алматы ведутся масштабные работы по прокладке инженерных сетей. Не могли бы вы подробно остановиться на том, какие строительные работы и в каких микрорайонах сегодня ведутся, в частности, по проведению питьевой воды, а также канализационных сетей? Ну, что касается инфраструктурного развития, это очень
глобальный вопрос для вновь присоединенных территорий. Как мы все в курсе, что с прошлого года глава города поручил всем структурным подразделениям, в том числе и акимам районов присоединенных территорий, заняться этими вопросами, поскольку Наурызбайский район является в основном сельскими населенными пунктами присоединенной Алматинской области, все инженерные сети, они на 70-80% устаревшие, в том числе, которые вы спрашиваете по воде и канализации. Ну, здесь не только вода и канализация, но и инженерные сети и по освещению, и по электроснабжению, и дороги, и другие инфраструктурные вопросы. Ну, что касается водоснабжения, это самый актуальный вопрос на сегодняшний день Наурызбайского района. 50% у нас страдает от нехватки питьевой воды населению, поскольку это все дачные населенные пункты бывшие. Если раньше люди там проживали временно, приезжали только на выходные, сейчас полноценное жилье является. Количество населения с каждым годом растет у нас. Поэтому 10 микрорайонов у нас не обеспечены питьевой водой и канализацией. Мы в течение полутора лет занимались проектированием этих вопросов. С прошлого года по поручению акима города бюджетные средства уже начали выделяться. И в текущем году мы начали 6 микрорайонов строительно-монтажной работы по водообеспечению и канализации. Это Жайлау микрорайон, Курамыс микрорайон, Шугула микрорайон, Таужолы, Тастыбулак. И два микрорайона сейчас осталось, это Карагайлы и Таусамалы. Мы начнем с весны следующего года. Более того, мы сейчас начали строительство современного огромного водозаборного сооружения. Это в устье реки Карагайлы, Каргалы. Это очень огромный проект, многомиллиардный проект, потому что это современное сооружение. Если мы сейчас только 4500 кубов воды по этой ветке проводим, и это не хватает вообще никому, то мы планируем сейчас до 30000 кубов воды в будущем подавать для населения. После чего сейчас еще документационное обеспечение мы проводим по экспертизе еще одного водозаборного сооружения. Это реке устье реки Ахсай. Тоже будет огромное сооружение с фильтрацией современной, чтобы обеспечить следующую часть микрорайонов Наурызбайского района. Все эти проекты, они по срокам имеют свой проектный срок 2 года строительства. Конечно, сейчас население где-то на каких-то этапах какие-то претензии возникают, какие-то жалобы поступают, что вот строительство по всему району идет. Но мы стараемся объяснять, что в течение 20-30 лет никакого инфраструктурного развития не было, ни воды, ни канализации. Сейчас я бы хотел, вот, пользуясь эфиром, попросить население потерпеть, поскольку мы эти вопросы начали, строительно-монтажные работы начались, аким города пристальное внимание сам это имеет, потому что, как вы знаете, часто приезжает в эти микрорайоны, сам смотрит. Недавно, 10 дней назад, был и в микрорайоне поселке Акжар. Это один из самых проблемных населенных пунктов, где около 5000 домов находится. Сейчас мы там полностью 74 улицы роем совместно с управлением энергетики. Эти работы мы завершим, я думаю, что к концу следующего года с полной инфраструктурой. Это не только водоснабжение, канализация, но и освещение, и дороги, и все вот эти вопросы будут решаться. То есть данный вопрос на личном контроле, да, Аким? Да, Аким вот неоднократно в Акжаре непосредственно 5 раз мы обходили, все эти строительные работы контролируются лично Акимом города. Спасибо за разъяснение. Я бы хотела напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас в студию к нам дозвонился телезритель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Можете задавать свой вопрос. Добрый вечер, да. Дубай Санжар. У меня вопрос. Почему в микрорайоне Шугла ездит только один автобус, 118-й, который ездит в город, и, соответственно, он каждый день заполненный? Ну, спасибо за вопрос. Здесь немного хотел бы подкорректировать информацию, что Шугла – это один из крупных микрорайонов Наурызбайского района, центральных.
обслуживает не только один 118-й. Да, возле адм-центра 118-й, 26-й. Но по микрорайону Шукла в разные стороны города у нас 6 маршрутов обеспечены. Хотел бы касательно транспорта, чтобы, если возникают вопросы, проинформировать. У нас за последние годы мы ввели 21 маршрутов по Наурызбайскому району. В текущем году также 2 маршрута мы ввели по просьбе жителей. Это 200, если не ошибаюсь, 226 и 39 маршрут. 226 это по Джандосово, обеспечивает доставку до Яссауи и Ташкентской. А 239-й, это верхние населенные пункты, попросили, чтобы горные местности мы обеспечим. Это улицы Карабай-Ахына, Шарми-Ирденова и вверх. Поэтому ежегодно эти вопросы решаются. Конечно, транспортный вопрос, он не только в Наурызбайском районе. Это по всему городу есть вопросы, проблемы. Если я не ошибаюсь, в текущем году, вот в декабре, ожидается поставка 200 новых автобусов. Город Алматы закупает, которые вот прибудут. У нас есть заявки, мы эти вопросы будем, конечно, настаивать и решаем. Есть одобрение руководства города, чтобы более-менее используем автобусы на Наурызбайский район, потом мы перенаправим. Но более того, мы в текущем году 5 действующих маршрутов, составы автобусов обновили, тоже население просило, вот сейчас молодой человек задает 118-й маршрут. Он раньше был маленький автобус, 40-местник. Сейчас там полноценный 12-метровый, длинный автобус ездит. Мы планируем, что с каждым поступлением обновлять 5 маршрутов. Мы уже в текущем году автобусный состав обновили. Будем работать над этим. Жақсы. Санжар Әділұлы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Здравствуйте. Саламатсыз, кеш жарық. Кешірім, Санжар балам. Мен Ноғайбай Бесен, Шұғыла ықшам ауданы, Тарғап көшесінің тұрғынымын. Соңғы кездері біздің көшеде электр жарығы жиі сөндірілетін болды. Телевизор холодильник күйіп кетіп жатыр. Үйді электр пешімен жылтып отырмыз. Енді осы жағдай қашан тоқтайды екен, қашан бір жүйеге түседі екен. Менің сұрағым осы. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Енді электр жүйелеріне келетін болсақ, жаңа айтып кеттім ғой, бұл енді бұлыңғы ауылдық округтар болғандықтан барлық жүйелердің бәрі ескіріп тозығына жеткен болатын. Біз жыл сайын былтырдан бастап қала әкімі тапсырмасы берілген бізге барлық аудандардың әкімдеріне. Барлық мына ескі жүйелерді қала теңгеріміне ауыстыру жұмыстарын жүргізу туралы. Әрине, енді ақпарат ретінде айтсақ, бізде Наурызбай ауданы жаңадан пайда болғанда 512 мына трансформаторлық құрылғы біздің теңгерімге өткен болатын, оның барының 312-сі жекеменшік. Сол жекеменшік жаңағы жүйелер ешқандай, енді орысша айтқанда, не обслуживается, олар халықтар ақша жинамайды, содан кейін жаңа әкиматқа келіп сұрайды. Бұларға барлықтарына түсіндіру жұмыстары жүргізген болатын. Егер де қала теңгеріміне өту үшін осы барлық желілердің жекеменшік жаңа собственники дейміз ғой, солардың келісімі бойынша жаңа ақша жинаған адамдар келісім беріп протоколмен аудандық әкиматқа арыз түсірсе, біз бұл желілердің барлығын қала теңгеріміне өткіземіз. Биыл осында 54 жаңа сети дейміз ғой, орысша желілерді қала теңгеріміне АЖК-ға өткіздік. Бұл жұмыстай әрине бір жылдың ішінде бітпейтін зат, 512-нің бәрін. Өйткені кейін бұл қала теңгеріміне өтсе, бюджеттің ақшасына бұл барлығы жөндеу жұмыстары жасалады. Сондықтан енді бұл ағаны түсінем, бұл келісіп, өздерін жекеменшік бұрын сатып алған ғой дача кезінде. Сол үшін жаңа қала теңгеріміне береміз деп келісімін берсе, біз бұны өткіземіз. Ал енді Тарғап көшесі деп жатыр. Енді мұнда үлкен мәселелер бар әрине. Ол жерге де жаңа су желілерін салып жатырмыз. Канализация жаңадан, сондықтан осы жұмыстар біткеннен кейін комплексі жаңағы барлықтарын шешуге қазір бел байлап отырмыз. Жақсы. Рахмет. Спасибо, Санжар Әділұлы. Я бы хотела также сообщить, что несколько телезрителей направили нам свои вопросы через WhatsApp. И хотела бы его озвучить. Жители жилого комплекса «Алма-Сити-2»
жалуются на несколько проблем. В первую очередь сдали 16 домов в декабре 2019 года. Начиная с мая месяца, постоянные проблемы прорывы труб холодной воды, некачественные тонкие трубы. Кроме того, они жалуются на качество игровых площадок и несоблюдение возрастных категорий детей, которые могут пользоваться вот этими площадками. И также жалуются на периодическое выключение электроэнергии из-за частых аварий в районе. И жители второй очереди отправили вот такой же аналогичный запрос. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что поскольку Наурызбайский район новый, застройка очень масштабная идет у нас. Мы планируем в этом году еще 183 новых многоквартирных жилых домов ввести в эксплуатацию. Но Алма-Сити один из тоже новых микрорайонов. И первая, и вторая очередь. Проблема нам известна. Здесь, конечно, все зависит от застройщика, но мы население со своими проблемами не оставляем. В данном случае, что касается водопроводных труб, застройщик называется «Казахстрой». Это компания, которая один из крупных города Алматы, который строит многоквартирные комплексы. Но в данном случае они закупили у местного алматинского подрядчика, то есть производителя труб, который отказался самостоятельно восстановить, то есть заменить эти трубы. Мы провели дополнительную экспертизу. Действительно, население право не соответствует стандартам. Сейчас «Казахстрой» подал иск, но независимо от судебных процедур, чтобы не ждать всех этих процедур и вот решения, мы попросили, есть договоренность, «Казахстрой» сами будут менять эти трубы. Это около 200 метров внутриквартальных труб водопроводных. 100 метров они на сегодняшний день уже заменили. 100 мы предложили населению подождать, потому что уже зимний период начался, весенний период мы эти работы закончим, поскольку дворовая территория заасфальтирована уже. И с асфальтом мы попросили, чтобы «Казахстрой» все это и устранил. Но что касается, по-моему, детские площадки, да. Это уже неоднократно поднимается вопрос. Мы попросили, летом заменили детские площадки на российские. Но есть вопросы, конечно, где-то что-то не нравится. Но я думаю, это не жизненно важная проблема, которую можно, в принципе, решить. Я буду сейчас разговаривать с руководством «Казахстрой». И третий электроэнергия, да, электроэнергия. Перебои. Что касается перебоев, поскольку эта территория сейчас массово застраивается, есть вопросы. В свое время трассология старых инженерных частных сетей, оно не ложилось в карту района в свое время, поскольку частники хаотично строили инженерные сети. И когда сейчас заходят уже по проекту крупные компании для того, чтобы строить многоквартирные жилые комплексы, бывают порывы, где-то они могут электрические сети порезать, то есть повредить. Ну, конечно же, в любом случае они за свой счет все это восстанавливают. Но я думаю, что в будущем, когда мы все это приведем в систему, ну, проблем не будет. Жақсы. Санжар Әділұлы, біздің арнамызға Наурызбай ауданы Қарғалы ықшамауданының тұрғындары бейне сауал жолдаған екен. Экранға назар аударайық. Рахмет. Это микрорайон Каргалы, дом Рауан 9, дом единственный пятиэтажный, выше Альфа-Раби. Недавно была реконструкция, то, что вот подводили к новому жилому комплексу канализационную трубу. Нам перекрыли, вот у нас все колодцы, как вы видите, все полное. У нас предаварийная ситуация, ну это вот буквально сегодня-завтра это все замерзнет. А аварийные службы называли? Все аварийные службы, которые я обзвонила, все говорят, вы не находитесь на нашем балансе. Мы не относимся ни к какому КСК. Нас просто игнорируют. Вызываем своими силами, платно собираем деньги. Вчера приезжали аварийщики, двое приезжали. Один приехали, не смогли. Вторые приехали, у них вся аппаратура при себе была. И давление делали, и все. Говорит, не пробивается, говорит, там что-то, говорит, на дороге у вас там. Мы пошли с соседом, мы открываем их, а он сухой. Там он еще даже не подключен. Это новая канализация. А старая канализация... Мы свой колодец, люк этот, не нашли. Живу здесь уже 11 лет. Отопления у нас никогда не было. Кто отапливается, кто как может. Кто обогревателем, у меня, например, батареи там тоже через свет включаются. Это целый день мотается все. Вечером приходишь, холодина. Во-первых, это отопление, это вот одно. А второе, на газ. Это как это в пятиэтажном доме газовые баллоны. У меня рядом сосед, он больной. Он недавно, в том году, также зимой, у него случился пожар.
Вот не дай бог, представляете, баллон бы это взорвался. Енді бұл үйдің тұрғындары газбен қашан қамтамасыз етіледі? Ну, здесь известная проблема. Единственный дом общежитного типа находится по улице Хантенгри, в верхней части района. В свое время, в 1989 году построен. Это общежитие для организации. Сейчас это объект кондоминиума, все собственники, частный дом. Здесь вот даже жители сами говорят, мы ни к какому КСК не относимся. Но здесь надо в первую очередь понимать, что это твоя собственность. Нужно создать КСК. Мы неоднократно с жильцами сход проводили на местах, в том числе около данного дома. Но жители не могут определиться, кто будет управлять этим, какое КСК. Но у них есть договор на обслуживание канализационных сетей ТУО «Каргалы». Однако некачественное выполнение своих работ. ТУО «Каргалы» нам не подчиняется на Оразбайском районе, не зарегистрировано. Но независимо от этого, мы постоянно пытаемся помочь. Вчера мы после слышали, что люди жалуются, приходили жители ко мне. Мы эти колодцы все вычистили, помогли. Аварийные службы района. Будем и в дальнейшем, конечно, помогать. Но хотелось бы посоветовать. Вот сейчас новое законодательство. Необходимо создать ОСИ в каждом районе и нанять более ответственных обслуживающих организаций, которые помогали. Да, действительно, здесь канализационные сети, это с ЖК Хантенгри сверху идут. Они не такие уж старые, но уже тоже имеют какой-то износ. Но информирую то, что рядом с этим домом, сейчас мы вот в проекте, который мы 9 микрорайонов будем канализацию, уже проводим новые канализационные сети, но они не завершены, они будут завершены в следующем году. Можно будет рассмотреть вопрос в следующем году подключения этого дома к новой канализационной сети. Но независимо от этого, хотел бы посоветовать еще раз, чтобы жители всегда знали, свой дом нужно объект кондоминиума обслуживать. Более того, поскольку это старый дом, мы предлагали участвовать в программе модернизации жилья, которую мы по всему городу собственникам предлагаем. Ну, здесь немножко квартирантов много, сами собственники не проживают и не могут прийти к решению для того, чтобы более-менее содержать свой дом в лучшем состоянии. Ну, мы вопросы будем решать эти. Демек, сіздердің тараптарыңыздан, қолдан келердің бәрі жасалып жатыр. Что касается газа, в данном доме газоснабжения вообще не существует. Это автономными котлами, они сами каждую квартиру топят. Было предложено автономную котельную построить. У нас таких 49 домов на территории района. Некоторые жители согласны, некоторые еще раз вот даже здесь не оплачивают КСК, не хотят, а... Если мы завтра в проект 49 домов включим, чтобы здесь отопительные системы поставить, то это дополнительные надо будет оплату производить, расходы. Поэтому здесь есть немножко с населением вопрос. Но мы сейчас предложили с управлением энергетики, отрабатываем, чтобы автономный котел поставить, для того, в том числе и для этого дома. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз? Здравствуйте. Саламатсыздар ма, кеш жарық. Кім мырза, мен сізге сұрақтарым бар. Қалқаман шағын аудан тұрғыны болам. Біздің ауданымыз жаңа, бәрін білеміз. 157-ші мектепте оқиды балаларым. Ол жақта балалар саны көп, сондықтан жақын уақытта келесі өсіп келе жатқан балаларыма уже мектепке орын бола ма, ауданда жаңа мектептер салынады ма. Сол сияқты тағы да бір жақында естіп едім, тегін оқытатын үйірмелер ашылды, олар кімдерге ашылды, қай жерлерде. Оның үстіне Қалқаман шағын ауданда тұратын болғандықтан, тұрғыны болғандықтан, бізде жақта балаларымыз қатысатын спорт кешендері бар ма, спорт секциялар бар ма тегін. Жақсы, сұрағыңыз бар. Тағы да бір сұрағым бар. Алдағы уақытта балаларымызға біздің оқушылар сарайы салынады ма екен ауданда? Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Рахмет, рахмет. Енді әлеуметтік нысандарға келетін болсақ, бізде жыл сайын көптеген әлеуметтік нысандар салып жатыр аудан аймағында. Ол тек қана мектептер ғана емес, емханалар. Мысалы, былтырда жаңа мектеп ашылды, оның алдыңғы жыл жаңа мектеп ашылды. 4 жаңа емхананы енгіздік, 1 жаңа жедел жәрдем станциясына скорый помощь дейміз. Сол енгізілген болатын.
Арине, енді мектеп жетіспеді деп жаңа қарындасымыз дұрыс айтып жатыр. 157 мектепте мен қателеспесем 3500 бала оқиды. Арине, бұл өзінің көлеміне сәйкес келмейді. Бірақ биылғы таңда қала әкімі тапсырмасы бойынша тағы да екі мектепке қосылу жаңа пристройка жасап жатырмыз. Бұл әрине біреу Ақжарда, біреу Жандосов көшесінде жоғары жақта жаңа көлемін ұлғайту үшін балалар санын. Ал Қалқаманға келетін болсақ, 1800 жаңа 1500 орындық екі мектептің құрылысы басталды. Бұл Шаляпина көшесінің төмен жағында көрсеңіздер болады. Қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тағы да үшінші мектептің құрылысын бастады. Бұл Шығыл ауданында жаңа Алма-Ситинің территориясында басталады. Сондықтан үш мектептің, яғни екі мектепке пристройка жасап жатырмыз. Балабақшаларда жыл сайын, былтыр 184-ші жаңа балабақшаны ашқан болсақ, биыл тағы да екі балабақша салынып жатыр. Жаңа балабақшалар біреуі осы желтоқсан айында тапсырысқа беріледі, қалғаны келесі жылы бітіреді деп жоспарлап отырмыз. Ал енді жаңағы қалқымадағы үйірмелерге келетін болсақ, бізде енді биыл жаз айында тағы да бізге қала әкімі өзінің жаңа тапсырмасы ретінде бәрімізге тапсырма берген, мына осындай әлеуметтік нысандарды ашуға тырысу туралы. Әрине, мына Қалқаманда біз жас толқын деген бір нысанды аштық. Ол бюджеттің теңгерімінен емес, мына спонсорлардың көмегімен салынған ғимарат. Ол жерлерде барлық балаларға тегін жаңағы үйірмелер ашылған. Қазір істеп тұр. Ер Жәнібек көшесінде орналасқан. Сол жерге барсаңыздар болады. Бір екі апта шамасында болды. Қазір істеп тұр. Үйірмелердің санын күннен күнге көбейтіп жатырмыз. Ол жерде бір жақсы жаңағы формасы болдың. Сол жердегі мұғалімдер оқытатын. Неге тегін оқытады? Бұлар жаңағы сол ғимаратта өздері тегін тұрады. Ол жас мамандар. Университетті бітіріп келген. Оларға да жағдай жасап тұр. Оларға да жағдай, олар тегін тұрады сол жерде бір жағында жаңа балаларды үйретеді. Сондықтан мұндай тағы да екі үш нысанымыз бар. Ол Абай сая жағында микрорайон бар, Абайский дач. Сол жерде де Social Music Center деп аталған тегін көрсетілетін осындай үйірмелердің ғимаратын салдық. Бұдан басқа енді айтып кетейін бір сұрақ болғандықтан. Қарттар мәселесі де бар, оларға да мына Центр активного долголетия деген үлкен орталықты аштық. Қарттар сол жерге бос уақыт кезінде пенсионерлер барып шығармашылық, спорттық үйірмелермен араласады. Бұдан былай мына біздің әлеуметтік басқармамыздың бастамасымен қалада шыңға өрлеу бағдарламасы қабылданған болатын. Ол да мына жастарға неше түрлі үйірмелерді мына сабақты оқыту туралы қосымшалар. Бұл да Қалқаманда ашылған үлкен ғимарат, үш қабатты, сол жерге барсаңыздар болады. Жақсы, Санжар Әділұлы, біздің хабарымыздың аяқталуына да аз ғана уақыт қалды. Дегенмен көрермендер де көптеп хабарласып жатыр. Біздің көрермендеріміздің WhatsApp нөмірімізге жолдаған бейне сауалына назар аударайық. Жақсы. Здравствуйте, меня зовут Малик, я житель микрорайона Акжар, улица Толебекова. Первый вопрос, аким у нашего микрорайона. Я и мои соседи хотим, чтобы убрали трансформатор, который стоит рядом с домом и, можно сказать, на моем участке. Неоднократно этот трансформатор горел и, можно сказать, взрывался. В свое время его устанавливали частники, которые ссылались, что на баланс городу передадут, уберут. И вот это уже в течение 12 лет продолжается. Ну... В Акжаре я проблему уже объяснял. Здесь этот трансформатор, я в курсе. Он, вот, по-моему, если память не изменяет, это летом он горел. Мы восстановили его, помогли населению. Я неоднократно сейчас повторю, сказал, для того, чтобы все это передать городу, необходимо принять решение собственника. Здесь собственник долгое время не соглашался, поскольку это прибыльный бизнесом занимался. Летом соглашение было достигнуто после того случая. Сейчас данный трансформатор у нас в проекте постановления Акима уже включен. Я вот говорил ранее, мы 54 трансформатора уже приняли. Сейчас мы еще подготовили несколько десятков проектов, в том числе этот трансформатор. Я думаю, что в ближайшее время, в течение декабря, мы передадим с сетями на ЖК этот трансформатор, и проблема будет снята.
Жақсы. Санжар Әділұлы, студиямызға келіп, хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге мың да бір алғыс. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің эфир аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Я бы хотела напомнить, что у нас в эфире был аким Наурызбайского района города Алматы Тоғай Санжар. На этом наш эфир завершен. Всего доброго и берегите себя.